Всем здорово, дорогие мои подписчики, и снова я, с вами Android Androidage и топ-3 офигенных Android игр для вас. Ну что ж, начнем. Первая игрушка называется World War 2 Syndicate Tau Defense. Это продолжение крутой стратегии, которая выходила в свое время. В самой игре вам дадут управлять различными персонажами, боевыми башнями и даже крутым роботом. По сюжету действие происходит во время Второй мировой войны, и ваша основная задача — сразиться в 25 эпических боях, уничтожая одного врага за другим. Ваших юнитов вы сможете улучшать и модернизировать, делая их сильнее и сильнее. За выполнение различных заданий вы будете получать кристаллы, которые вам очень понадобятся. Перемещаясь по карте, вы будете постепенно преодолевать различные года Второй мировой войны. Например, вы окажетесь на Перл-Харборе, в Нормандии, и в конце концов вы достигнете Германию и выиграете эту войну. Сама графика в игре полностью нарисована, что придает ей еще больше шарма, а зажигательный геймплей и звуковое сопровождение затягивает еще больше. Короче, однозначно советую с ней ознакомиться, ссылочка под видео, а мы идем дальше. EVE: War of Ascension – это стратегия во вселенной EVE Online, которая наконец-то вышла на Android. В ней присутствуют элементы ролевой игры, и вам придется отправиться в путешествие по бесконечной галактике, собирая различные ресурсы и новые технологии, которые помогут вам на протяжении всей игры. Вы будете развивать боевые корабли, строить базы и постепенно занимать значительную территорию в космическом пространстве. Вы сможете найти много друзей, совмещая и планируя атаки на врага. Игра обладает достаточно симпатичной графикой и порадует поклонников жанра. Советую сыграть, а мы идем дальше. Wasteland Survivor – это бесплатное MMORPG на Android, где вы будете играть в качестве ковбоя и выживать на Диком Западе. Вы сможете исследовать огромный мир игры, собирая различные предметы и оружие, сражаясь с бандюгами и торгуя с индейцами. Также вы сможете расставлять ловушки у своего ранчо и устраивать перестрелки. Рубите деревья, добывайте полезные ископаемые и ведите охоту на диких животных, выполняя различные квесты и участвуя в сражениях с друг другом. Короче, в этой игре вам предстоит выживать в мире полных опасностей, где нападают на поезда, охотятся на бизонов ради забавы, а защищенный себя чувствует только самый быстрый и меткий. Приручайте лошадей, скачите по землям Дикого Запада и станьте самым известным ковбоем этих мест. Ну, думаю, на этом все. Надеюсь, вам что-то понравилось. Если да, поставь лайк. А с вами был Android Androidage. Всем пока!